Всем привет, с вами Нила Насанс. И сегодня мы будем вязать цветок в новой технике для этого канала. Это будет техника Брумстик. Значит, нитки у меня ангора, 500 метров, 100 грамм, секционное крошение. Крючок у меня 2,5 миллиметра. Для того, чтобы связать цветок, необходимо сперва связать 90 воздушных петель. 90 петель. Так, дальше делаем 2 петли подъема и 1 петлю арки. 2 петли подъема, арки, 1 петлю пропускаем на цепочке и во вторую делаем 1 столбик с одним накидом. И так до конца ряда, значит, воздушная петля, внизу петлю пропускаем и во вторую столбик с одним накидом. Вот ряд такой сеточки. Вязали ряд до конца. Вот у нас сеточка из столбика с одним накидом и одна воздушная петля между ними. Так, теперь нам понадобится линейка. Вот моя линейка, она гибкая. Вот. И это прекрасное качество. То есть, если будете выбирать линейку, конечно, любая подойдет, но гибкая — это лучший выбор. Итак, что делаем? Вытягиваем длинные петли и одеваем на линейку. Вот таким образом потихоньку из каждой петли вытягиваем длинную петлю и одеваем ее на линейку. Итак, ряд мы набрали, теперь спускаем его с линейки. Вязание. Теперь мы эти петельки закрепляем по их высоте. Значит, первую петельку держим крепко, чтобы не сбежала нить. Поднимаем рабочую нить. И протягиваем через петлю. Протягиваем нить, делаем столбик без накида и одну воздушную петлю. Теперь снова следующую петельку. Протягиваем нить, закрепляем столбиком без накида и одна воздушная петля. Сильно не натягиваем нити, поскольку они вот здесь вот могут перебираться от одной ячейки к другой. То есть, если нужно выровнять, то тянем сразу за несколько. Вот таким вот образом все 90 петелек наши провязываем до конца ряда. Вот так вот мы завершили наш ряд. Вот и, собственно, это все, что надо было связать. Эту ленту мы формируем как цветок и крепим ее непосредственно за первый ряд, за сетку из столбиков с одним накидом. Значит, начинаем скручивать. Вот тут вот с самого начала ряда у нас немножечко играет и закругляется. И хорошо бы вот это начало ряда именно в серединку и запустить. И формируем цветочек. В зависимости от того, насколько широкий нам нужен цветок, мы можем шире его делать и пришить. Мы можем уже. Я сформирую поуже и ниткой, которая у нас есть, начинаем сшивать цветок. Значит, закрепим сначала нитку внизу, немножечко скруглив цветочек, и закрепляем. Практически ходим по кругу цветка и связываем его со серединкой. Присматриваем, чтобы цветок не сильно деформировался.
Собственно, там-сям прихватить этого будет достаточно. Вот, что делать со средними. И еще делаем пару стежков через середину, чтобы замостить серединку цветка. Но не тугие стежки. Есть. Оставляем. Теперь добавим немного разных бусин. И вот что в итоге у нас вышло. Вот такая лицевая сторона и изнаночная сторона. Такими цветами можно украшать шляпки, шали. А с вами была Нила Насанс. И до новых встреч, до новых мастер-классов. Пока-пока!